Добрый день. Слышно меня? Да, слышно. Значит, Алло. что такое? У нас сегодня тема формальной модели безопасности. Есть несколько докладов. Давайте посмотрим. Ганина. Да, я здесь. Давайте. Я надеюсь, мне видно все. Да, все хорошо видно. Итак, моя презентация по теме защиты электронного документооборота на предприятии. В современном мире электронный документооборот – это неотъемлемая часть работы, в принципе, любого предприятия, независимо от размера или отрасли. С появлением цифровых технологий, с появлением интернета, документы перестали быть просто бумажными листами, документы, естественно, переходят в виртуальное пространство. И поэтому возникает вопрос увеличение безопасности для электронного документооборота, потому что в современном мире утечка конфиденциальной информации, кибератаки, вирусы становятся частыми явлениями. Это подчеркивает важность защиты электронного документооборота на предприятии. Электронный документооборот – это вообще, в принципе, что это такое? Это способ обработки документов в цифровом формате, исключает необходимое выполнение каких-либо бумажных форм. Передача данных осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения, где шаблоны формы создаются, редактируются, все, в общем, происходит полностью на компьютере. Использование электронного документооборота помогает передавать данные в электронном виде. Это сохраняет время на... сокращает время на выполнение ключевых задач. В области электронного документооборота предприятия сталкиваются с рядом угроз, которые могут быть внешними или внутренними. Внешние угрозы – это атаки со стороны хакеров, киберпреступников, иностранных государств, конкурентов. Эти угрозы могут быть направлены на как раз как добычу конфиденциальной информации, шантаж, финансовое мошенничество. Внешние угрозы, внутренние угрозы могут быть связаны с действиями, например, даже сотрудников предприятия. Это может быть умышленное или непреднамеренное раскрытие конфиденциальной информации, ошибки в обработке данных, нарушение корпоративной, например, политики безопасности. Говоря про электронный документооборот, говорят чаще всего именно про защиту информации, но речь идет также и о защите самой системы, защите данных внутри нее. Это значит, что нужно защитить также работоспособность системы и обеспечить быстрое восстановление после повреждений, сбоев и даже после уничтожения. Общеизвестными являются три основных принципа информационной безопасности: целостность, доступность, конфиденциальность. При ненадлежащей защите электронного документооборота под угрозой может оказаться каждый из принципов. То есть информация может быть повреждена, искажена, даже некоторые документы могут быть уничтожены, то есть нарушается целостность. Ошибки пользователей, внешние граждан, угроза конфиденциальности – это кража информации, несанкционированный доступ к ней. В открытом доступе, например, могут оказаться личные данные. Угроза работоспособности системы. Угроза конфиденциальности – это кража информации, несанкционированный… Так, секунду, извините, я запуталась. Что... да, все, поняла. Значит, угроза доступности информации – это ошибки пользователей, внешние сетевые атаки, вредоносное ПО. Также угроза работоспособности системы, то есть угроза реализации, которая приводит к сбою, в принципе, вообще в работе системы. И невозможность доказательства авторства, то есть невозможно доказать, что данный пользователь создал данный документ, и, значит, документооборот не делается юридически значимым. То есть, да, он есть, но он ничего не значит юридически, а, следовательно, какой в нем смысл. Защитить документооборот можно разными способами, и сейчас я расскажу поподробнее про каждый из пользователей. Это может быть аутентификация пользователей, введение строгого учета доступа персонала и сотрудников к информации с ограниченным правом доступа, актуальное антивирусное и защитное программное обеспечение, логическое разграничение сетевых каналов, резервное копирование и восстановление данных,
И также, естественно, вариация различных методов средств защиты. Кстати, считается, что последний метод, когда различные методы комбинируются, это самый актуальный, самый надежный метод. Ну и как бы поподробнее про каждый из методов защиты информации. Во-первых, это аутентификация пользователей. Это может быть пароль. То есть как бы самый, в принципе, основной, самый базовый принцип защиты. Но должны быть строгие требования к сложности пароля. Нельзя допускать простые пароли. Этот метод аутентификации, естественно, небезопасен. Следующий метод – это имущественный метод, то есть когда для аутентификации используются USB-ключи, смарт-карты и так далее и тому подобное. Ну, естественно, самый надежный метод аутентификации – это биометрия, когда распознается голос, отпечаток пальца или сканирование сетчатки глаза. Ну и логично, что этот метод, конечно же, самый дорогой. На практике часто используются комбинации методов. Например, у нас в мобильный телефон можно ввести пароль, а можно доступ по отпечатку пальца настроить. Так. Дальше. Для контроля и управления того, кто может получать доступ к различным частям электронного документооборота, в системе часто применяют различные специализированные инструменты. Подсистема безопасности в системе электронного документооборота, SET сокращенно, позволяет администраторам устанавливать различные права доступа для каждого пользователя или для групп пользователей. Это может в себя включать права на просмотр, редактирование, удаление какой-то информации. И таким образом система может быть настроена так, что каждый пользователь имеет доступ только к тем функциям и к тому как бы кусочку информации, который необходим для выполнения его рабочих задач и не имеет доступ к другим данным. Это, естественно, делает систему более надежной именно вот от внутренних, например, угроз. Следующий способ – это криптографические методы защиты электронных документов и электронная подпись. Конфиденциальность документов в системе электронного документооборота можно гарантировать с помощью и криптографических методов защиты. Но важно понимать, что каждый криптографический алгоритм имеет определенный уровень стойкости. Сейчас основной способ проверки подлинности документа – это электронная цифровая подпись. Что это такое? Это, как бы, ну, в принципе, это подпись, которая является такой же, как и юридическая как бы, на бумаге подпись. Она имеет ту же самую юридическую ценность. И основой ее работы является асимметричное шифрование или криптография с открытым и закрытым ключом. Каждый пользователь имеет пару ключей. Закрытый ключ, который, естественно, хранится в секрете, и открытый ключ, который может быть доступен. Подписывая документ, отправитель использует свой закрытый ключ, а получатель использует открытый ключ отправителя для проверки этой электронной подписи. В России юридическая значимость электронной подписи закреплена в федеральном законе об электронной подписи, он так и называется, и согласно этому закону подпись имеет юридическую силу. Следующий способ защиты – это актуальное антивирусное и защитное программное обеспечение. Актуальное антивирусное защитное программное обеспечение играет ключевую роль, защищает от вирусов, вредоносного ПО, а также предотвращает несанкционированный доступ и утечку конфиденциальной информации. Антивирусное программное обеспечение сканирует систему на наличие вредоносных программ, блокирует их действия и удаляет их. Важно, чтобы было регулярное обновление, проактивная защита, то есть обнаружение и блокирование неизвестных вредоносных программ, сканирование почты и вложение почты. Защитное ПО включает в себя фаерволы, систему обнаружения и предотвращения вторжений, системы контроля и управления доступом. Система контроля и управления доступом, шифрование данных и другие средства защиты. Например, это могут быть фаерволы, которые контролируют сетевой трафик для предотвращения несанкционированного доступа. Важно, чтобы антивирусное и защитное программное обеспечение были интегрированы с системой электронного документооборота для автоматического сканирования документов, обмена данными и контроля доступа. Это обеспечивает централизованное управление безопасностью и, в принципе, минимизирует все риски. Но если у нас все-таки какая-то проблема произошла, у нас, например, удалились какие-то документы или еще что-то, нам нужно настроить резервное копирование и восстановление данных. Резервное копирование и восстановление данных являются ключевыми компонентами для обеспечения надежности и безопасности системы электронного документооборота.
У нас резервное копирование данных может быть полностью интегрировано с системой электронного документа оборота, или же это могут быть собственные подсистемы резервного копирования, которые у нас они делятся, в принципе, на два типа. То есть те, которые у нас предоставляют сами системы электронного документа оборота, и те, которые у нас как бы общие, допустим, используют для систем электронного документа оборота, использующих базы данных Microsoft SQL, сервер, Oracle и другие, предпочитают использовать встроенные средства от разработчика, а могут быть какие-то отдельные. Частота и типы резервного копирования тоже имеют значение. У нас может быть полное копирование, то есть данные копируются один раз, обеспечивая полное восстановление системы, а может быть инкрементное и дифференциальное. Копируются только измененные данные, новые, что уменьшает время и объем резервного копирования. Конечно, необходимо периодически проверять процедуру восстановления данных, убедиться в их эффективности и корректности, чтобы понять, что когда у нас возникнет, если вдруг возникнет такая проблема, у нас все правильно сработает. В заключение стоит подчеркнуть, что обеспечение безопасности в системах электронного документа оборота требует комплексного подхода, как я уже говорила, то, что самый подход, лучший подход – это комбинация нескольких методов, и важно обеспечить как физическую, так и логическую безопасность, учитывая внешние и внутренние угрозы. Использование разнообразных методов защиты, начиная от антивирусного программного обеспечения и заканчивая, например, резервным копированием данных, создает надежную систему, устойчивую к различным угрозам. Да, также критическую роль играет обучение и подготовка персонала, регулярное тестирование системы на проникновение, мониторинг текущего состояния безопасности. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Королёв Иван Андреевич. Отсутствует. Рогожина Надежда Александровна. Да, здравствуйте, я здесь. Меня слышно? Да, вас хорошо слышно. Так, сейчас, секунду. Демонстрацию видно? Или да, на весь экран давайте. Нет, двухстраничный не надо. Да, вот, режим презентации. Да, итак, сегодня я хотела бы представить доклад по дискреционным моделям доступа и спискам управления доступом. Собственно, что это такое? Готовила его я. Что это такое? Чтобы исключить несанкционированную эксплуатацию информационных ресурсов, о которой в том числе говорила Таисия буквально минуты-две назад, каждой компании следует продумать и реализовать модель управления доступом. Универсального рецепта нет, какую именно использовать в том или ином случае. Нужно опираться на типы, масштабность деятельности, на количество сотрудников и требуемый уровень безопасности, который нам нужно добиться. Собственно, что такое модель управления доступом? Это система распределения полномочий в информационной структуре компании. Ключевая задача – обеспечить необходимый уровень безопасности ресурсов и упростить контроль доступа. Основные, уже показавшие свою эффективность для организации, это дискреционная, мандатная, ролевая и модель на базе атрибутов. В данном докладе я рассмотрю первую. Собственно, дискреционная модель имеет второе название «избирательная». Это метод управления, подразумевающий, что доступ к информационным системам и ресурсам назначает администратор или владелец ресурсов, смотря где мы работаем. В рамках этой модели контролируется доступ пользователей или приложений, общим словом, субъектов, субъекты доступа, к объектам, представляющим собой различные информационные ресурсы по типу там файлов, приложений, устройств вывода и так далее и тому подобное. Для каждого объекта существует субъект-владелец, который сам определяет тех, кто имеет доступ к объекту, а также разрешенные операции этого доступа. Основными являются read – чтение, write – запись и execute – выполнение. Выполнение имеет смысл только, наверное, для программ. То есть таким образом в
данной модели для каждой пары субъект-объект устанавливается набор разрешенных операций доступа. При необходимости список прав всегда можно расширить. И, собственно, что происходит при запросе доступа к объекту? Система ищет субъекта в списке прав доступа объекта и или разрешает ему доступ, или запрещает, в зависимости от того, что прописано в списке прав. Иначе или запрещает. Да. Классическая система, она является закрытой, в том смысле, что изначально объект недоступен никому, и в списке прав прописывается набор разрешений. Но есть и обратные, как бы открытые, в которых по умолчанию все имеют полный доступ к объектам, а в списке доступа описывается набор, наоборот, ограничений. То есть вот такая система, такая модель реализована в операционных системах, например, Windows. А здесь у нас у всех есть доступ и прописывается список ограничений. В частности, в Linux для каждого файла устанавливается разрешение доступа для трех категорий субъектов. Это владелец файла, члены той же группы, что и владелец, и все остальные пользователи. И для каждой из этих категорий устанавливаются вышеперечисленные права чтения, запись и выполнение. То есть это можно представить как символьную строку. Мы, собственно, с этим и работали. 5 лабораторных работ, это примерно первых. Преимущество в чем такой системы? Она достаточно простая, она совместима практически с любым программным обеспечением, и нету сложностей в настройке этой системы. Но есть один недостаток, как по мне, для предприятий очень-очень важный. Заключается он в том, что субъект, имеющий право на чтение информации, может передать его кому-либо еще. То есть тем субъектам, которые этого права не имеют, и передать он может это без уведомления владельца объекта. То есть у нас нет гарантии, что информация не станет доступна другим людям, пользователям, другим системам. И, кроме того, в таких случаях нужна чуть более универсальная упорядоченная система. Чаще всего все отношения, вот на примере можно визуализировать в виде вот такой небольшой матрицы, где прописаны все наши субъекты, все наши объекты и права доступа к ним. Собственно, исходя из этого, мы плавно переходим к такому понятию, как списки контроля доступа, Access Control List. Собственно, что это такое? Это список, с помощью которого для пользователей устанавливаются допустимые операции с объектом, о которых я говорила выше. Он определяет, какие операции с файлами, программами или процессами разрешено или запрещено выполнять группе или конкретному пользователю. То есть главная функция – это фильтрация сетевого трафика, особенно в настройках безопасности ПК. Как это работает? Вот каждый элемент определяется как субъект или операция. Пользователи имеют различные уровни привилегий. Допустим, объект имеет список доступа такой, что вот Игорю доступно только удаление, Алисе только чтение, и Марии чтение и запись. То есть у нас, если у нас Игорь попробует что-то прочитать, у него это очень даже не получится. И это все работает как фильтры на коммутаторах и маршрутизаторах. То есть на слайде представлена небольшая картинка объяснения. Если у нас простой пользователь попытался подключиться к серверу, у него ничего не получилось, то есть на данном этапе у него фильтр заблокировал его запрос. А у администратора получилось все прекрасно, и он дошел до нужной точки. Собственно, ASL выполняет свою основную задачу благодаря идентификации и управлению поведением доступа к сети, управлению потоками трафика, и поэтому у нас уменьшаются риски проникновения вирусов и вредоносного кода в организацию, также захвата сети неподходящими службами и отказ в ресурсах нужным службам
а также уменьшаются риски утечки данных. То есть вот здесь представлено, как это в общем виде выглядит система закрытого доступа. Deny – это отклонить для всех, и список разрешений для конкретных адресов и по конкретным протоколам. Существует четыре вида ISL. Стандартные, они разрешают или запрещают пакеты только на основе IP4 адреса источника. В них дополнительно используются номера, представленные на слайде, для определения маршрутизатором точного адреса источника информации. Они не так мощные, как расширенные, но используют меньше вычислительной мощности. Расширенные позволяют разграничивать адреса поставки и назначения для определенных узлов или всей сети. Тут чуть более расширенный список протоколов, чем в стандартных. Рефлексивные, они фильтруют трафик с помощью данных сеанса верхнего уровня. Узел в локальной сети отправляет запрос в интернет и получает такой же ответ. Далее формируется дополнительный ISL, распознающий сгенерированные из локальной сети параметры сессии пользователей. То есть эти параметры служат основой для доступа. И также динамические, они надежны в отношении расширенных ISL и Telnet и аутентификации. Они дают администраторам возможность гибко настраивать доступ, например, предоставить временный доступ или, наоборот, запретить доступ, допустим, к маршрутизатору из интернета, но оставить возможность работать с ним в группе пользователей. Вот, спасибо за внимание. Спасибо. Очень интересный доклад. Дело в том, что такой способ доступа, он наиболее распространен в военных и государственных и в коммерческих учреждениях, ну, потому что он достаточно простой, и его можно математически доказать. Наверное, так исторически получилось. Таким образом, если вы свяжете свою жизнь с каким-нибудь направлением безопасности или будете работать в государственных учреждениях, то вполне возможно столкнетесь с такой моделью безопасности. Она не очень удобна для пользователей, но зато очень удобна для администраторов и руководства. Спасибо еще раз. Чистякова. Можно я единственное кое-что у вас спрошу? Да. Я к вам подходила вне пары. Я забыла подгрузить. Да, я помню. Угу. Вот, да. Просто вот в презентации я включила демонстрацию на всякий случай. Здесь и доклад, и презентация, они на GitHub залиты. Так, Чистякова. Чистякова отсутствует. Сейчас мы ее пометим, что она отсутствует. И что она не хочет отвечать.
Добрый день, можно выступить с докладом? О, кто-то появился, а вы кто? А я на прошлом паре... А, да, давайте. Да. Угу. Так. А видно? Да, давайте, да. Угу. Так, моя тема – это система обнаружения атак SNORD. Так, что такое SNORD? Это система обнаружения вторжений IDS с открытым исходным кодом, используемая для обнаружения подразделяемой активности в компьютерных системах. Она работает путем анализа сетевого трафика и сопоставление его со сценариями атак, известными как правило. Принцип работы SNORD использует технологию глубокой пакетной инспекции IDP для анализа сетевого трафика на уровне пакетов. Она ищет атаки, сравнивая пакеты с набором правил, которые могут быть настраиваемыми. Правила определяют различные типы атак, такие как сканирование порталов, переполнение буфера, атаки на веб-приложения, фишинг, вредоносные ПО. Тут можно увидеть более детально, как это работает. Так, установка и настройка SNORD включает в себя загрузку и установку программного обеспечения, а также настройку конфигурационных пакетов. Для установки необходимо правильно выбрать операционную систему и следовать документации, представленной разработчиками. Установить и использовать SNORD можно на любой ОС. Основные возможности SNORD – это обнаружение сетевых атак. SNORD обеспечивает обнаружение и визуализацию активности в сети, выявляя попытки вторжения атак. Также обширная поддержка протоколов и сервисов. SNORD выявляет атаки на протоколы TSP, UDC, UDP и так далее. Гибкость настроек позволяет настраивать правила обнаружения и гибко реагировать на различные виды угроз. Интеграция с базами данных имеет возможность интеграции с различными базами данных для хранения собственной событий безопасности. Так, правила обнаружения. Первое – это создание правил, анализ сетевой активности для определения паттернов атак. Паттерн атак – это группа методов для поиска ошибок или ошибок в коде, связанных с безопасностью компьютера. Применение сигнатур, использование сигнатур для распознавания угроз из базы данных. Настройка реакции, установка действий в случае обнаружения соответствия правилами. Также SNORD может быть интегрирован с другими системами безопасности, такими как система управления угрозами, CIEM и IDC, IPC. Также работают с сервисами IIS, сервисами базы данных Microsoft, SQL Service и так далее. Поддержка более 200 плагинов для расширения работы SNORD. Это позволяет централизованно управлять и анализировать данные об атаках, а также принимать меры по предотвращению их возникновения. Так, преимущества. Бесплатная и открытая. SNORD распространяется под лицензией GPL, что делает ее доступной для широкого
круга пользователей. Она настраивается. Набор правил Snort может быть настроен в соответствии с конкретными потребностями безопасности. Гибкая. Snort может работать в различных операционных системах и средах. Также плагины позволяют расширять функциональность Snort и настраивать ее для конкретных сценариев использования. А также активное сообщество Snort поддерживает разработку новых правил и плагинов. Применение это Snort может использовать для защиты различных средств, включая корпоративные сети, домашние сети, облачные среды, системы промышленной автоматизации и так далее. Так, поговорим немножко о недостатках. Высокое использование ресурсов Snort может быть ресурсоемким, особенно при анализе большого объема сетевого трафика. Ложные предупреждения. Иногда Snort может генерировать ложные предупреждения, что может привести к ложным срабатываниям. Необходимость настройки. Snort требует настройки правил и параметров, что может быть сложным процессом. Также в заключение хочу сказать, что Snort – это отличное решение класса IDC для обнаружения и предотвращения сетевых атак. Благодаря расширенному функционалу его можно использовать как тренажер для практики, настраивать различные правила и смотреть, какой трафик они выявляют. Snort можно использовать как в крупных, так и в маленьких организациях. Использование Snort представляет собой значимый шаг в обеспечении безопасности сети, но требует внимательной настройки и постоянного мониторинга. Так. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, основные модели безопасности. На самом деле их не так много. Даже если рассматривать стандартные операционные системы и информационные системы, то вы видите достаточно похожие модели безопасности. Но если углубиться, они все делятся на несколько групп. Ну, по типам можно отнести к мандатной и дискреционной политике безопасности. Тут у нас мандатная безопасность – это та безопасность, которая устанавливается кем-то, кроме пользователя. Ну, в том числе и, скажем, для офицера безопасности и для администратора. Это тоже может быть кто-то внешний, кто устанавливает эту политику. Например, производитель. Дискреционная политика – это такая политика, где сами пользователи могут регулировать
какие-то права. Ну, вы же помните, на первом курсе у вас было изменение прав доступа к файлам, изменение владельца, изменение группы файла. Вот это и есть дискреционная политика безопасности. Отдельно выделяют ролевую политику безопасности. Ролевая политика может быть реализовать как дискреционную, так и мандатную политику. Для упрощения в нее, упрощения и усиления мощности ее добавлены набор правил дополнительных, которые можно использовать. Значит, политика ДТЕ – это, естественно, не какой-то особый тип политики. Это разработана была в свое время такая модель доступа. Основная ее идея была в том, чтобы довести стандартную схему прав Unix, это RVX, до мандатной модели. Таким образом, чтобы пользователь, для пользователя это было прозрачно, и чтобы можно было в данную модель вводить определенные группы приложений. То есть для приложения это тоже должно быть прозрачным. Поскольку данная политика лицензирована, запатентована, то на ее основе, на ее идеях была создана система Selinux, создала Национальное агентство безопасности США. Те же самые принципы, но технически построены немного по-другому. Итак, основой дискреционных моделей является матрица доступа или дискреционная модель Харрисона-Руза-Ульмана. Она не единственная, конечно, но это самая распространенная, самая простая и применяется везде. Основные ее элементы – это набор субъектов. Субъекты, еще раз напомню, это те, кто активно действует, и объекты – это пассивных действующих. То есть вы входите в группу субъектов, а, скажем, файлы в группу объектов. Плюс вам дается набор прав доступа. Все субъекты являются одновременно и объектами, то есть могут влиять сами на себя. И каждый элемент этой системы, элемент множества, это состояние. Состояние задается тройкой. Это прямое произведение пространств, объектов, субъектов и отношений. Ну или тройка. И все это описывается с помощью матрицы доступа. Матрица доступа строится на субъектах и объектах. И в каждой ячейке матрицы доступа находится набор прав, принадлежащих субъекту, действующему на данный объект. Ну вот, достаточно простая система. И чтобы
доказать безопасность системы. Нам нужно доказать, что из любого положения с помощью стандартных операций мы при переходе не понизим безопасность системы. Ну и у нас задаются операции. Выглядят, конечно, они в формальном виде достаточно сложно, но фактически у нас никакой сложности нету. Мы можем добавлять права, удалять права. Ну, с помощью команды chmod, например. Мы можем создавать и уничтожать субъект, и создавать и уничтожать объект. Ну, таким образом мы создаем некую алгебру. Вернее, это не алгебра, а решетка будет, да? Вы различаете алгебры и решетки. Значит, различаете. Да. Задается формальное описание системы. Ну, систему мы стандартным образом сигма обозначаем. Набор переходов состояний, state transition. И задается критерий безопасности. Ну, опять же, смысл в том, что если в начале некий субъект не имел какого-то права доступа к объекту, то и после эволюции системы он не получит это правило доступа. Как видите, достаточно все просто. Значит, что у нас тут проблемное в этой модели? Значит, хорошее то, что она простая, поэтому ее везде и применяют в разных вариациях, во всех операционных системах с небольшими усложнениями. Но вот раз начали применять, то ее и применяют. Она очень простая, очень эффективная. Ее можно расширять за счет расширенных прав доступа и списков управления доступом. То есть она очень хорошо масштабируется при желании. Ну и критерий безопасности, который предлагается, ну, достаточно мощный. К сожалению, вот этот критерий неконструктивный, то есть конструктивно описать не всегда можно. Более того, есть доказательства, что в стандартной модели Харрисона-Роза-Ульмана у нас нельзя доказать для произвольного начального состояния этот критерий. Ну и кроме того, как недостаток этой модели можно рассматривать ее реализацию, требования суперпользователя. То есть формально у нас можно представить модель как плоскую таблицу. В каждой таблице свои права доступа. И мы никак не можем выйти из той
ячейки, в которую мы попали по появлению в этой системе, по рождению. Для того, чтобы управлять всей системой, нужен некий субъект, который может переходить от одной ячейки в другой. Если вы читали Флатландию, то, в принципе, понятно, перейти из двумерного состояния в трехмерное. В принципе, этим и занимается суперпользователь root в Unix. Он может перепрыгивать в третьем измерении из одной ячейки в другую и менять их параметры. Ну, вот это вот тот недостаток, который нарушает безопасность всей системы. И мандатные модели, их тоже достаточно большое количество. Самое распространенное, самое стандартное из моделей — это Белла-Падулы. Она задает уровни безопасности. То есть мы задаем некую метку, которая задает уровень безопасности. Модель очень распространенная. Если вы читали всякие приключенческие и шпионские романы, и фильмы смотрели, то там часто появляются секретные папки с надписью «Секретно», «Совершенно секретно», «Только для офицеров», «Только для высшего руководства» и так далее. Вот это и есть метки безопасности. Вырабатывается набор меток безопасности. Каждый субъект, эти метки безопасности объектам присваиваются. Каждый субъект соответствует какой-то метке безопасности. И в результате получается, что права доступа работают следующим образом. Субъект может читать только те документы, которые не превышают его собственный уровень безопасности. То есть он может читать или на своем уровне, или читать вниз, то есть более доступные документы. И наоборот, субъект может писать и заносить информацию только в документы, которые не ниже его собственного уровня безопасности. Считается, то есть, что он заносит безопасную информацию определенного уровня, и она может появляться только в документах того же уровня или более высокого уровня. Ну вот, достаточно простые правила. Другой вопрос, что их не всегда удобно реализовывать, но при этом, конечно, они хорошо доказываются. У нас только два права доступа, как вы поняли, чтение и запись. Опять же, те же самые субъекты и объекты. Дополняются у нас множество уровней безопасности. Решетка уровней безопасности. И множество состояний. Ну и вот мы таким образом можем выстроить математическую модель этой системы. У нас состояние безопасное по чтению, безопасное по записи.
и формулируется критерий безопасности. Система безопасна, и есть ли безопасное начальное состояние и безопасны все промежуточные состояния, которые можно достичь. То есть строится такая траектория. Ну, хороша, в общем, система тем, вот эта безопасность тем, что она математически доказуема. Поэтому ее можно использовать для высокозащищенных систем. Но при этом, конечно, очень неудобная в практическом применении. Когда практически начинаешь работать с этой системой, то ощущается, что совсем неудобная. Дальше у нас идут разные вариации этой мандатной модели. Все эти вариации имеют свои преимущества и недостатки. Очень часто они в системах безопасности реализуются. Всплеск вообще вот этих моделей был, наверное, в конце нулевых, начале десятых. И во все операционные системы их пытались лепить. Даже не могу сказать, почему такой всплеск был. И тогда же вот этот вот Selinux разрабатывался. В общем, это было очень популярно, и этим интенсивно занимались. Потом как-то все приутихло. Selinux остался, наверное, только в производных, в деривативах Red Hat. И хорошо там он работает. В деривативах от Debian AppArmor стали применять. Это такая более упрощенная система доступа. Ну, идеологически чем-то похожая. Тоже мандатный доступ. Ну а все остальные как-то потихоньку все повымирали. В общем, даже не знаю. Наверное, вот раньше все пытались свою систему предложить для ядра, а потом была разработана общая инфраструктура для Linux. Это подгружаемые модули безопасности, которые позволили делать произвольную систему доступа. И как-то все, вот эти вот новые системы перестали появляться интенсивно. Интерес к ним особо больше не проявлялся. Ну, а для наших систем, для российских тоже в это же время разрабатывали и как результат разработали свою систему. В AstroLinux, в Смоленске она используется. Она не для пользования обычного, а для государственных и военных организаций. Для военных есть ОСВМ, операционная система, ОСВС, операционная система вооруженных сил. Ну вот, там мандатный, ну, очень похож на чистый Белла Лападулы, которые применяются. Ну, в принципе, на этом можно и завершить. Есть ли вопросы какие-нибудь? Можно небольшой вопрос? Да, я слышу. Вы говорите, что обычно, ну, когда начинаете работать, ну, на практике с дискреционными или мандатными моделями, то проблема именно в том, как разобраться в них, а сильно они влияют, ну, при разрастании на производительность вообще. То есть получается, что надо больше проверок делать.
Ну, вы правильно заметили. В начале как масштабирование дискреционных моделей Харрисона и Розульмана стали применять списки контроля доступом. И эти списки контроля доступом стали очень сильно разрастаться. И особенно на старой технике, когда только появилась, а они применялись для доступа к файлам, они понижали производительность. Кстати, это еще в нулевые годы, то есть не так давно, лет 15 назад, это было тоже проблемой. И для решения этой проблемы действительно пришли более продвинутые модели безопасности, то есть ролевая модель, она позволяла группировать права доступа таким образом, что не нужно было собирать огромный список доступа, где было перечислением дано право для каждого субъекта, а каким-то образом стратифицировать субъекты и для всей страты давать доступ. То есть вы правильно сказали, эта проблема была, она была очень насущной, но ее решили внедрением ролевых подходов к управлению доступом. И поскольку Selenux, он тоже использует ролевую модель, то он не усложняется, не понижает производительность при увеличении количества субъектов. То есть на данный момент можно сказать, что эта проблема по большей части снята. Спасибо. Еще вопросы? Здравствуйте, а я могу выступить с рефератом? Я должна была выступить на прошлой лекции, но я болела, у меня есть справка. Справка есть. Хорошо, выступите. Презентацию видно? Да, да, давайте. Тема моего реферата является... На весь экран, пожалуйста, сделайте, там у вас есть. Угу. Тема моего реферата является целью и задачей защиты информации. Организация защиты конфиденциальной информации. Целью моей работы является изучить цели и задачи защиты информации, узнать методы защиты конфиденциальной информации. Основными принципами защиты информации предоставляют собой установленные стандарты и методы, направленные на обеспечение безопасности и конфиденциальности информации. Можно определить это следующим образом. Конфиденциальность – гарантия, что информация доступна только авторизованным пользователям и не подлежит раскрытию несанкционированным лицам. Целостность – обеспечение неповрежденности и неизменности информации, чтобы предотвратить несанкционированные изменения или повреждения данных. Доступность – обеспечение надлежащего доступа к информации для авторизованных пользователей в нужное время и место. Аутентификация – проверка подлинности или идентификации пользователей, чтобы гарантировать, что доступ предоставляется только подлинным пользователям. Авторизация – управление правами доступа к информации на основе обязанностей и ролей пользователей. Эти принципы широко используются для разработки систем безопасности и политик защиты информации в различных сферах деятельности, включая бизнес, государственные организации и информационные технологии. Далее у нас идет анализ угроз и уязвимости информационной системы. Это процесс оценки потенциальных угроз безопасности и уязвимости в компьютерной инфраструктуре или программном обеспечении. Цель анализа заключается в выявлении потенциальных рисков и уязвимостей, которые могут подвергнуть систему опасности, а также в разработке стратегии защиты для предотвращения этих угроз. Анализ проводится с целью определить, какие данные
ресурсы и действия индивидуальных пользователей могут быть уязвимыми или подвержены риску нарушения безопасности. В результате анализа разрабатываются меры по усилению безопасности информационной системы и предотвращению возможных угроз. Сначала у нас идет определение объектов, подлежащих защите. Далее формулирование целей защиты информации и требований к системе. Анализ уязвимости информационной системы заказчика и выявление угроз. Выбор средств и систем защиты от актуальных угроз. Организация защиты конфиденциальной информации предоставляет собой комплекс мер и политик, направленных на сохранение конфиденциальности, целостности и доступности информации. Эти меры могут включать разработку политики безопасности, установление правил и процедур, определяющих, как следует обращаться с конфиденциальной информацией, и устанавливающих роли и обязанности сотрудников в области безопасности. Использование технических средств защиты, внедрение технических решений, таких как шифрование данных, фильтрация сетевого трафика и усиление защиты сетей и серверов. Обучение персонала. Проведение обучения и информирование сотрудников об охране конфиденциальной информации и профилактике рисков утечки данных. Управление доступом. Ограничение доступа к конфиденциальным данным только авторизованным сотрудникам и контроль использования информации. Аудит безопасности, проведение регулярных проверок и мониторинга системы на предмет обнаружения неправомочного доступа или других угроз безопасности. Физическая защита, обеспечение безопасности хранилищ информации, серверных комнат и других объектов, где хранится конфиденциальная информация. Данные меры предоставляют рекомендации для организации защиты конфиденциальной информации и помогают обеспечить безопасность и неприкосновенность интеллектуальных активов компании. Методы и средства обеспечения безопасности информации включают следующие: шифрование данных, преобразование информации в непонятную форму, чтобы предотвратить несанкционированный доступ, аутентификация и авторизация, проверка личности пользователей и установление их прав доступа к информационным ресурсам, программное обеспечение для обнаружения и предотвращения вторжений, использование специальных программных средств для обнаружения атак на информационные системы и их блокирование. Физические меры безопасности, установка систем видеонаблюдения, контроль доступа и других физических средств для защиты серверных площадок и других объектов. Антивирусное программное обеспечение, использование специализированных программ, предназначенных для обнаружения и удаления вредоносного программного обеспечения. Обучение персонала, проведение обучения и информирование сотрудников об угрозах безопасности и их роли в обеспечении защиты компании. Регулярное резервное копирование данных, создание резервной копии информации для ее восстановления в случае потери или повреждений. Данные методы и средства способствуют обеспечению безопасности и целостности информации в рамках организации. Оценка эффективности защиты информации представляет собой процесс оценки, проверки и анализа мер безопасности, реализованных в информационных системах. Ключевые аспекты включают анализ результатов тестирования уязвимостей, проводятся регулярные тесты на уязвимости, чтобы выявить слабые места в защите информации, мониторинг безопасности, постоянный контроль за состоянием безопасности сетей, приложений и данных с целью своевременного обнаружения предотвращения угроз, оценка процессов доступа, проверка правильности реализации контроля доступа и аутентификации пользователей, статистические данные об инцидентах, анализ статистики прошлых инцидентов безопасности и их последствий для определения эффективности существующих мер защиты. Анализ отчетности. Оценка отчетности и статистики об уровне доступа, неудачных попыток входа, а также других ключевых метрик безопасности. Оценка эффективности защиты информации позволяет определить, насколько успешно используемые меры безопасности обеспечивают защиту от угроз и уязвимостей. В ходе выполнения данного доклада я изучила цели и задачи информации, а также узнала методы защиты конфиденциальной информации. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну тогда, думаю, мы на сегодня завершим. До свидания. До свидания.